второй тройки Лыжников, Тюрина и Маркова. Вторая пара защитников Шибанова и Свиридова. Момент, бросок, противоход, и шайба оказывается в воротах «Динамо» Невы. Илона Маркова, забросившая в предыдущем матче, отличается и сейчас. Хорошая комбинация от пятерки Агидели. Долгая борьба за шайбу. Эту борьбу выигрывает Киски Агидели. Бросок по воротам. Рикошет и гол. 2-1. Счет становится за минуту и 10 секунд до завершения первого периода. Агидель выходит вперед. Очень это напоминает события вчерашней игры. Тоже первыми забили Киски Динамо. Ну а дальше еще до первого периода две шайбы мы с вами увидели в исполнении Агидели. И попадает шайба в ноги Печникову. Далее выброс. И посмотрите, что происходит. Это уже Маркова. Она бросает и забивает. 1-0 в пользу Агидели. Не зря все эти плакаты были сегодня в трибунах. Поддержка Илоны Марковой. Она смогла найти свой момент и смогла его использовать. Надо понимать, что преимущество в хоккее, неважно, что это женский, мужской, молодежный, юниорский, преимущество 1-0. Очень маленькое, зыбкое преимущество, которое сейчас уравнивается Илоной Марковой. Сместилось чуть в сторону Илоны и попало в ближний угол ворот Валерии Таракановой. 1-1. Делает пас Шибанову, дальше Тюрина. Дача! И Илона Маркова уводит свою команду вперед! 3-2! Радуется очень сильно сейчас хоккеисты. Шибанова. Маркова бросает сама и попадает. Агидель выходит вперед. И свой второй момент Илона Маркова использует. Побороться за четвертое место возможно. Ух ты! А вот это бросок Маркова и гол! И здесь не видит этого момента броска Карина Золотарева. И все-таки активная Илона Маркова своего добивается сегодня. Передача направо. О, как сейчас откатил здорово на скорости. Бросок и Винограду выиграли шайбу в сетке Варов. По всей видимости, это гол. Не сумела зафиксировать шайбу галкипер Белых Медведец, и второе большинство в этом матче реализовано. 6-3.